Короче, у нас, смотрите, вот есть свет теперь. Есть вот такой микрофон теперь. Раз. Блять, все руки в смоле в этой ебаной. Раз. С небес на землю. Ни много ни мало, самый громкий SPL проект. Чего? Вселенной? Или раз сейчас, или чехов. Порванные двери, лобовые стойки. Ну, он слепой, скорее всего, да, человек, который ее покупал? Наверное. Скорее всего, ее купили, чтобы отмыть наркодень. Короче, Юрчик за рулем, Леха на пассажирском справа. Я один на заднем под завязку заряжу. Ты сейчас хочешь, чтобы мы обзор посмотрели? Да нет, ну просто. Они делали громкий звук, но, честно... Блять, начинается. Красно-розовый Кадиллак Эскалейд с ламбо-дверьми. Так, из культурной и богатой... Москвы. Плавно перемещаемся в еще более культурный и еще более богатый Ставропольский край. Было бы еще прикольнее, если бы он купил красно-розовую Ламборгини с Кадиллака дверьми. Начнем мы с кого? С Вити Моца. Почему с Вити Моца? Потому что Вити Моца самая сутенерская машина. Что будет делать Дед Витос? Это братья Андо и Рамазан, Low Bass Brothers и студия Медведь Михаил. Ёбаный в рот. Коростылев Михаил, ёбаный. Он же... Макс, ты теперь Михаил Коростылев. Ну, блядь, Миша Медведь меня ассоциирует. А ты сказал, чтобы он не варил? Моргает, пиздец. Он сказал, сейчас доварит минуту. Ставить он туда будет, это секрет. Он сам скажет, а то он обидится. Вот. Но проект будет Альфард. Нашивает за Страдивари, за троллем нахуй. Сейчас сделай серьезное лицо. А что тогда пилишь? Дальше вывалил. Я зарекламировал Global Tuning. Стас красавчик, он сразу, он решил не это, он решил Edge, SWAT и Урал. Мультибренд. Мультибренд. Обзор самых ожидаемых SPL проектов 2017 года. Короче, много чего прикольного помню я. Время было черное, но нас не убили ни враги, ни я. Так, немного покалечило, вспомнить еще, а вот детям рассказать особо не...